Всем привет! Часто так бывает, что готовишь материал по какому-то конкретному девайсу, на, какой на который будешь делать видеообзор, значит, посмотрел цену и думаешь: блин, ну вот неплохо, но вот чуть-чуть бы подешевле, там буквально бы на тысячу подешевле. Делаешь видео, и на этапе монтажа, когда я готовлю для вас ссылки в описании, то, что вы могли перейти по ним и там посмотреть характеристики товара или купить его. И смотришь, что цена-то изменилась, блин, какая-то там акция внезапно началась, какая-то скидка появилась в магазине. И вот сейчас ситуация вот точно такая же, прям вот один в один. Прислали мне Digma Optima 1027N3G, и когда я получил, когда я начал тестировать, в сетилинке цена была 7000 рублей. Я потестировал и подумал, блин, ну вот, вот буквально прям вот немножечко бы сбросить. Пусть будет не 7, пусть будет 6. Пять с половиной тысяч рублей. И сейчас открываю, вот прям буквально перед съемкой этого обзора, открываю сетилинг, 6 тысяч рублей. На, пожалуйста, блин, вот. А, а я бы мог сказать, ну знаете, что-то немножко дороговато. А вы открываете ссылки, смотрите, блин, Макс, а там же цена-то другая. Это же не говорю о том, что мне в комментариях иногда пишут, видео лежит уже в интернете, в ютубе уже полгода, год, а мне пишут, а цена совсем другая, ты не прав. Блин, да цена, она чуть ли не каждый день может поменяться. Не говоря о том, что за несколько месяцев цена может эти же несколько раз поменяться. Поэтому, значит, имеем в виду, что на данный момент, вот, когда я сейчас создаю это видео. Когда я его записываю, когда я его монтирую, э, планшет стоит 6000 рублей. А если вы посмотрите это видео через несколько месяцев, цена может еще ниже будет, кто его знает. Так в еще скоро 11-11, и даже там все эти линки уже будут скидки на любой товар. Там, если не изменять память, то что-то типа 200 или 400 рублей еще можно будет с этой цены сбросить. Итак, погнали с упаковки комплектации. Упаковка, как у нас всегда эко, то есть из такого простенького картона. И в комплекте вместе с планшетом идет, конечно же, кабель micro USB для зарядки, сетевой USB-зарядное устройство. И инструкция с макулатурой. Вдобавок мы еще и получаем несколько гигабайт совершенно бесплатно, там 90 дней в подарок для mail облака. Конкретно дают 64 гигабайта, вроде бы как бы и мелочь, но в то же время и приятно. Когда я получаю на тест продукцию с бесплатной подпиской для Яндекса, то вот однозначно прям можно использовать, это прям действительно must have. Но уверен, что если те, кто пользуется mail облаком, тоже вариант очень неплохой, потому что если мы получаем такую плюшку в подарок к планшету, не добавляя ничего в стоимости, то почему бы и нет? Итак, сам планшет. Это вполне стандартный 10-дюймовый планшет. Ничего во внешнем дизайне сверхобычного вы не найдете. Спереди у нас 10-дюймовый экран. Рамки достаточно крупные. Но для большого планшета это на самом деле не минус. Не надо считать это за минус. Потому что, когда вы держите планшет в руках, вам в любом случае нужно какое нужна какая-то зона, нужно какое-то пространство, куда вы можете просто положить пальцы, не коснувшись при этом экрана. Были бы здесь нулевые рамки, вот пришлось бы, грубо говоря, вот так вот держать планшет. Это совершенно неудобно. А так совершенно спокойно взяли в ручки, держим и все Удобно. Сзади у нас э, спинка полностью пластиковая, с интересной такой рифленой поверхностью. Э, почему используется пластик в большинстве случаев? Потому что он не мешает э, радиоволнам: Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Если же всю заднюю панель сделать полностью металлической, не оставив никаких пластиковых элементов, через которые будут проходить волны, то с сигналом все будет очень-очень плохо. Поэтому либо обычно делать полностью пластиковые, либо металлические преимущественно и оставляя при этом какую-то пластиковую зону в тех местах, где располагают антенны для беспроводных интерфейсов. По органам управления портам все вполне стандартно. На правой грани, если держать планшет в планшетной ориентации, справа у нас кнопка включения клавиши регулятора громкости, сверху у нас порт microUSB для зарядки и аудиопорт для подключения наушников или гарнитуры. И вот за вот этой вот съемной заглушечкой располагается два слота для сим-карт и один слот для карточки расширения формата microSD. Забегая немножечко вперед, совсем капельку вперед, скажу, что поддерживаются сети лишь 3G, то есть 4G LTE поддержки здесь нет, к сожалению, но это, опять же, упирается все в процессор, то есть, опять же, все упирается в начинку. Экран 10 дюймов, разрешение 1024 на 600 пикселей, и, к сожалению, это матрица TFT-TN, а не IPS, как, конечно, хотелось бы нам этого наблюдать. Но это DIGMA Optima, это доступные планшеты, поэтому, к сожалению, матрица здесь только такая. Углы обзора вполне стандартные, цветопередача тоже вполне стандартная для такого типа матриц. Конечно же, хотелось бы, хотелось бы увидеть IPS, но, к сожалению, что имеем, то имеем. Но, в принципе, если вы не особо требовательны и не смотрите видео, например, там вдвоем, то для одного человека картинка, в принципе, вполне, вполне нормальная. Теперь о начинке. Процессор. Четырехядерный спретром, естественно, бюджетный такой недорогой процессор. 1 гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенный. К сожалению, это второй недостаток. Ну, лично я считаю, что здесь два таких существенных недостатка. Все остальное это так, это нюансы. Процессор. Процессор, к сожалению, мало того, что бюджетный, четырехъядный, так еще вдобавку он поддерживает только сети 3G. То есть, поддержка сети 4G, она зависит именно от процессора. Был бы здесь процессор помощнее, поновее, мы бы не только увидели более высокую производительность, но и поддержку сети 4G. Естественно, из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi однодиапазонный, Bluetooth, естественно, есть GPS. В этом плане никаких ограничений нет. Если захотите использовать как навигатор в автомобиль, например, без проблем. Захотите использовать как портативное устройство для просмотра например, фильмов там через YouTube или там через какие-то сервисы. Э, пожалуйста, без проблем. Есть Wi-Fi, есть два слота для сим-карт. Пользуйтесь тем и тем, расширяйтесь с телефона, вставляйте синкеры, в общем, что хотите. Никаких проблем тоже быть не может. И, конечно же, многие скажут, что процессор очень слабенький, видео смотреть невозможно. Нет. Видео 720p с YouTube тянет без особых проблем. Естественно, выставлять разрешение выше просто смысла нет, потому что если у экрана разрешение даже чуть ниже HD, какой смысл выставлять разрешение выше? Это просто бессмысленно. А вот из плюсов отмечу аккумулятор. Его хватает в среднем на 5-6 часов работы. И это, в принципе, очень неплохая цифра, потому что можно будет посмотреть, например, три полноценных фильма подряд, без подзарядки. Можно будет без проблем слушать музыку. Если вы берете, например, планшет в дорогу на работу и обратно, там какие-то, может, простенькие игрушечки гоняете, или там, не знаю, Вы ВКонтакте сидите, смотрите какие-то там онлайн-видео или слушаете онлайн-музыку, то э, этого аккумулятора вам хватит на один день работы без проблем. Может быть, даже на два. Все зависит от того, сколько времени вы проводите в дороге, и там, чем вы планшет нагружаете. Ну и вот теперь, суммировав всю эту информацию вместе, к чему мы приходим? К тому, что за 6000 рублей, в принципе, вариант в целом неплохой, но вот этот тот минус, что тут и экран TFT-TN, и процессор достаточно слабенький, четырехъядерный. Вот если бы не было одного из этих двух недостатков, было бы, на мой взгляд, прям очень-очень неплохо, было бы прям шикарно. Но, к сожалению, за такие деньги принципиально что-то лучше вы сейчас не найдете. Курс доллара, какая-то там проблема с нехватками каких-то там чипов, короче, как всегда, что-то понапридумываем. Это лишь бы не опускать цены, лишь бы продавать тот же самый товар дороже, лишь бы издеваться над покупателем, грубо говоря. Но Digma Optima в этом плане молодец. Я где-то полтора года назад делал обзор на Digma Optima с 7-дюймовым экраном. И вот я посмотрел, сейчас этот планшет стоит четыре тысячи рублей. То есть, в принципе, по характеристикам то они плюс-минус то же самое, что эта модель что-то, они отличаются исключительно лишь диагональю экрана. Там 7 дюймов, здесь 10. И получается, что в районе 4000 за 7 дюймов и 6000 тысяч за 10 дюймов. Ну, в общем, выбирайте сами. Потому что если нужна портативность, то за 4000 та Digma Optima прям вариант неплохой. Если же нужно смотреть именно фильмы, то, конечно же, чем экран больше, тем просто комфортнее. Поэтому 10 дюймов за 6000 рублей. На этом у меня, пожалуй, все. Не забываем оценить видео лайком или дизлайком. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях под этим роликом. Но меня по-прежнему зовут Максим. Всем пока.